我现在太是毕业了，是吧？Детей есть выбор, то есть дети могут посещать кружки дополнительного образования в школах. Например, у нас в школе 20 программ дополнительного образования. 20. Это и культурная направленность, это и техническая направленность, это художественная направленность, ну и социальная направленность, там, где дети хотят больше участвовать в жизни страны. Это в основном кружки, которые журналистика, это кружки, которые помогают, ну, приобщать детей к общественной жизни, это помощь старикам, помощь детским домам, это социальная направленность. Но нас с вами интересует художественная направленность, поэтому... технический материал, который полностью соответствует темпераменту и возможности. Вот Паша Константинович Петрович, он такой старенький, на вид совершенно улетевший художник, мечтатель. Но это только кажется. На самом деле это как раз человек мощного темперамента. Mm-hmm.